Глеб что-то воняет, надо его... Серьезно, Сергей, ему это? Отлично, как раз сегодня воняло это. Говно. Давай, все нормально. Ладно. Я пранканул, короче, я вообще мастер. Да, он супер мастер. Булат Литвин, подписывайтесь на канал. Ё-моё, а где весь снег-то? О, Булатка, ты что ли? А? Ты что тут делаешь? Ну, это, братик, начальство, считай, позвали. Ну, поднялся, считай, ближе к власти же, да? Я бизнес смущу тут, француза купил. Может, франшизу? Ну да, француза. У вас тут... Народу как Китай просто. Там что тут делаешь? Щегол, стоги сена. Может, иголка? Да, может, щеголка, да, да, сена в стоге. Но на самом деле я приехал сюда, чтобы найти монголку себе, считай. Ну я ж татарин, родится сын, считай. Я Игорь назову его. Ну, татаро-монгольский Игорь, считай, а? Это... Ё-моё, мама звонит. Пак! Давно горячую собачку съел. В смысле? Ну вот это вот сосиска и там тесто вокруг. А, короче. Хот-дог что ли? Вот это, да, горячая собачка, короче. Угу. Да. Ладно, давай щеголка. Давай. Погнал я. Давай. Всем привет! Игра такая. У нас 10 шариков, 3 из них вода. По очереди мы, называя цифры, лопаем их над нашими бошками. Выбираем цифру 7. Я очкую больше, чем он, на самом деле. Бошки выбираем цифру 8, она должна быть счастливой для меня. 5. Придется менять трусы, короче. Цифра 1. Блин, почему ты такой везучий? Осталось 2 шарика с водой, короче. А, цифра 9. Мне кажется, меня больше бьет. Выживать, братан, выживать. Цифра 3. Быстро мы закончили игру, потому что мы с вами выбрали. Просто не везучий, мы выбрали все шары, все с водой. Ладно, давайте. Ты чё? Трогательный момент. Гарри Поттер посвящают в дворники. No. Это полиция. Это полиция, нравишься? Я могу, блядь! Я совсем ненавидим. С мусором поработать все нормально? Короче, рассказываю обо всем подряд. Даже незнакомые, которые начинают учить английский, везде показывают это. О, меня позвали на ланч. Я, кстати, еду в Москву. Ну, капитал наш. Понимаете? Простите, я сегодня не могу, у меня английский. Я учу английский. Ты вот слушаешь этот трек, хотя бы понимаешь слова. Давай я тебя переведу. Познакомьтесь, это мой новый бойфренд. На самом деле, меня не принес айс. А родители нашли меня в цветочном магазине. Ты моя мама? Это мой папа? Потому что дети — цветы жизни. Короче, я спросил своего одноклассника, какая самая смешная история со мной была в школе. Была... Какая самая история смешная в школе, короче. Был предмет русский язык, который я не учил. И мы там сидели, ржали. Настолько смешно, что я аж пернул, короче. Ясно. Тот чувство, когда рассказ был смешнее, чем сама история. В общем, история такая. Вы знаете, что будет, если 3 кота соберутся на одном месте? Трикотаж. А если это в Чебоксарах? Чебоксарский трикотаж.
Я изобрел радикальный способ бросить курить. Мам, я курю. Бросите курить мгновенно. У меня есть свой автосервис. Кстати, открыто 24 часа. Я богатый человек. У всех же мамы скидывают по WhatsApp открытки и смешные видео. Так вот, у меня мама тоже такая. Кстати, WhatsApp скоро станет платным. Но если это видео скинуть 5 друзьям, ничего не изменится. Ну, если что, не всех кошек привлекают коробки. Вот, например, моего кота привлекает бывшая моего друга. Спалили тебя. До сих пор салют, ты чё за... Где я? Чё? Ты чё делаешь? А, я иду, шабашку иду же. Оливье доедаю. Бизнес. Мне солнцезащитные очки подарили же. Да. Правда, у них ничего не видно, конечно, но солнце защищает, да. А ты чё не работаешь-то? Госвиньи же, братан. Нам свинью нельзя и... не работаем, считай. Метло прикупил себе. Считай, можно это, в лесу убирать и машину чистить. Унисекс, считай, да? А у тебя давно унисекс был-то? Недавно. Идёт. Ладно, давай. Чё у тебя руки трясутся-то? Кошня! Кошня, блядь. Это тремор. Да. Добро пожаловать в деревенские будни. Это деревенский вейп. В деревне, когда проезжает машина, надо сделать вот так. Иначе тебе А вы никогда не задумывались, почему сосательные конфеты — это леденцы? Вот эти сосульки... Блядь. Это лёд. У меня настолько огромные ноздри, что... Как вам мои глазки? У меня есть кот. Жирный. С раннего детства нас готовят к боксу. Пример — это для детей до 2 лет. Это для подростков. А это Конор у нас готовился недавно. Не пользуюсь популярностью среди девушек, потому что противоположный пол для меня — это потолок. Уроки пикапа. Айрат, а почему прикусить нижнюю губу — это сексуально? А верхнюю — это нет. Булат, увеличиваю громкость. У вас есть места? Хорошо. Еще громче. Она сколько человек шеи? А 60 там уместится? Все, нормальная громкость. Они смеялись там? Да, бля, я не выключил. Рин, пауза. Перемотка в 2 раза. 4, 5, 6. Выключайся! Обратная перемотка. Влад, я выключаю твой звук. Извините, у него звука нет просто. Тебя не слышно, давай погромче. Умничай, пожалуйста. А теперь? Равиль, переключаю твой язык на рэперский. Братан, есть тема такая, чтобы поменять влив, нам надо 1 килограмм товара. Paramount Pictures и Cinema Plan Овчарка представляет. В ролях Томилишин Крузейшин, Эльбрус, Фильмей, Салават Пикчерс. Булат, спускайся в метро. Остановка. Ай, блядь, сакер. Давинь. Ты в метро. А я тебе потом скажу. Давай. Исчез. Спускайся в метро. Лестница. Ты палец. Тебя видно. Равиль, стой здесь. Я сейчас приду, ладно? Стой там пока. Влад, спускайся в метро.
Я не знаю, как ты это сделаешь. Вообще беспалевно спускаешься, слышишь? А если я вот так сделаю, экшен будет? Как сделать?